Здравствуйте, меня зовут Горецкий Александр. Я начал обучение методом народной медицины, методом регенерационной медицины, методом старой медицины, которая была забыта, и некоторым моментам, которые я сделал сам открытие в некоторых направлениях. Поэтому всю информацию, которую я владею, я бы хотел ее передать людям, потому что знания, если их не передавать людям, это уже не знание, это уже тайна. А тайна, это может кому-то и хорошо, но это плохо самому человечеству. То есть те открытия, которые я сделал, они должны дойти до людей, и люди должны понимать, что сейчас происходит, и по возможности использовать те методы, которые я применяю у себя, или же ту информацию, те знания, чтобы она работала во благо людям. Поэтому, если кто-то желает обучаться у меня, если кто-то желает получить знания, я тут делать это создал интересную систему. Знания, которые я буду давать, они будут состоять из двух частей. Одна часть – это теоретическая, она будет даваться бесплатно. Каждый человек может посмотреть бесплатно в интернете. Вторая часть, она более практическая. Если кто-то хочет кого-то оздоравливать, если кто-то хочет кому-то помогать или сам себе уже более профессионально, не только знание теории, а и знание практики, но это знание будет уже передаваться платно. Вторая часть вот этих вот фильмов будет платной. И после оплаты будут открываться просто возможность получить эту информацию. Под каждым фильмом будет дана эта информация, поэтому вы смотрите и внимательно следите за этими всеми вещами. Что касается того обучения профессионального, которое я там тоже упоминал, я думаю, что это буду делать я под осень в этом году. А до этого времени там около 180 тем, которые я дал, и немножко дополнительно в начале, мы будем давать, ну, в интернете, и будем обучать, как бы, так, как вы сейчас увидите первые вот эти вот фильмы. Поэтому это интересные темы, вы увидите, что они основаны не на каком-либо материале, который где-то сейчас есть в литературе, в учебниках, или же где-то в каких-то институтах. Это информация из моей практики. Это информация из жизни, из опыта и из старых источников. Поэтому я думаю, что она будет очень интересной. Приглашаю. Если есть желание, можете ознакомиться с нашими материалами. Благодарю за внимание.